Строительство новой детской поликлиники началось летом 2020 года. Из-за проблем с подрядчиком срок ее сдать не удалось. Нашли нового, определили новый график работ. Наконец, июня установили окна, закончились работы по наружному водоотведению, канализации и водопровод. Началось внутреннее обустройство коммуникаций. Продолжаются работы, там практически осталось 10% – это по кровле. То еще там крыльцо практически на 50% готово. Фасад более чем на 80% утеплен. Работы продолжаются, срок сдачи остается прежний. У строительных работ это декабрь этого года. В поликлинику поставят новое современное оборудование, в том числе КТ и рентгеновские установки. Часть уже закупили, часть закупят в этом году и в начале следующего. Какое-то время после окончания строительства займет процесс лицензирования. Затем в поликлинику переедут сотрудники, которые работают в здании физиолечебницы, и часть узких специалистов из поликлиники на Курчатова. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.